Всем привет! На днях актера госпитализировали в одной из столичных клиник с диагнозом инсульт. Вот только инсульт Ефремова оказался выдумкой. В СМИ появилась информация о том, что врачи не обнаружили нарушения мозгового кровообращения у Михаила Ефремова. Сейчас актер находится под чутким контролем врачей в Боткинской больнице. Вероятнее всего, он останется там на выходные. В публичном пространстве предположили, что причиной приступа мог стать стеноз сосудов, который развился на фоне алкогольной зависимости. Напомним, что во вторник 11 августа Михаил Ефремов был госпитализирован прямо из зала суда. Правозащитник актера Эльман Пашаев заявил, что актер перенес инсульт. Сейчас артист находится в неврологическом отделении. Состояние актера оценивается врачами как средней тяжести, поэтому из реанимации его перевели в обычную палату. Ранее в сети появилось видео, на котором Ефремова заметили в инвалидном кресле. Хотя врачам удалось стабилизировать состояние актера, самостоятельно передвигаться он пока не может. Дело Ефремова действительно получило широкий резонанс. Общественность разделилась на два лагеря. Одни требуют отправить артиста, совершившего тяжелое преступление, за решетку, другие же просят помиловать актера. Будем надеяться, что Михаил Ефремов ответит за содеянное по всей строгости закона. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!